У меня в руках пузырьковая маска скраб для губ, и мне безумно интересно ее попробовать. В инструкции написано подержать 5 минут, пока пузырьки не начнут спадать, а затем помассировать губы и смыть. Пузырьки очень прикольно лопаются, и от этого немного щекотно. Маска как будто немного холодит губы. В составе есть кислоты, поэтому после смывания губы увлажненные и отшелушенные. Я ощущаю легкое покалывание, как от блеск пломбира, и мне кажется, губы слегка припухли. А ты пробовала что-то подобное?